Байылғы көйі күнін бігіге әрі ұраты тік көрісті біт. Ол күрдік оттан ұраты тыннақтық, ұраты ес қоғынақтық білет әті біт. Бұл ған қонық анырат түгер. Аң дұйдуға фашизмі көй бұд дойду сәтті ған сәтті сыл болан баран екістен. Кәй мақынығар бұл үті кеғе толырға көхілі. Ол еген аң дұйдуғы кесіретін сторията солтата өсі ұлатыр. Ол еденна хереге өстеуға хамнырыға саха херен халаттыра, хаха жоно сүнкен қылаттақтар, бұтығынан саңа чақчылар түгі кепсилері. Сыпаралар түгі туғылулары. Итенне тоғы бігігіттен әлбәк кеге серігін ұрылы бұты, онына тоғы атын сірдірді ағар бігігі, екі түгіл әлбәк кеге тұлға сырбіттіына бұсты бұтай. Бұ ұйы тұйылар қаз бидді бітін долғытар болуқтақтар. Онына күрджік бұ бар чақчылары, саңа чақчылары, ариян көрерге бұқы барғытын ұңыра бұд. Бұ ұйы тұйылар тұла бүгін бігіге сегілі кәпсет екпетінің көрершілер бұд. Экраңы тұйығыр чүгахан, телевизарғытын ұлатынларан болғойын істергетігер ұңыра бұд. Бүгінгі кәпсетте біттеметі күйі тұғығар саңа чақчылар. Сақа әйрен ұқтақтыра бұ үстеуғы самныриға күсті әқүліні ұйпыттарын бәрке білебет, оны ұқыттан қаз бидді бит, қаз бидді жек кергенге оспат бағы қалыр біта. Елер бит, әбелер бит тұлға үлелен көйін ұхансы біттіра, оттан әхелер бит, қос әхелер бит ағалар біт, отта қонуға дегеннер ағы дүйдіну көміз кәсіп біттіра. Сыл ақсын, сыл бардаған ақсын бұ сүді солтала брағанник біт қолты түрден әр, онын білеген саңа жақчылары арғилар ғыл ақсын бара туралы. Бұ тұғынан бүгін кәпсет екпіт, онын студияға кел біт үлдеттір бұ Tökéhenen, szlánk én csinálom a hasznosan. Pantilom felül is, hogy tökéhenen. Jalava, tökéhenen. Жәрі бидді-бидді-білі хіндерті біт, Сасыланын Кентьевна Сивцева, Устория білімен доктора, Хатугулылинге Федеральный университет, Историяға факультетін репессора. Tökéhenen. Владимир Николаевич Степанов, Сурналыз, Краю әрітәтчі. Пантелеймен Пантелеймен Ильич Петров қарды ұстуре білімен қанжыдата. Бігеттін бұ сәтті ғын сәтті ғылысатта күйіні ғылақсын ғымын тоқсыз күнігер өрік үрілектік, қарық ғылақ көрсен білетен келі біт. Ғылақсын хімбе ғаңатта ғаңа жақчылар тақсан еңелілер, сыйпаралар тақсан еңелілер, бәл халаттыр қырамталары көстен білген дойдулары күттір келден келен көмілілер болулар. Онына бұйылғы жылғы үйелек полктен сәлелен қамы, қартысқыны метриеті сәрі күйітін ұғансы бұд жомбыт метриеттерін үрі ұғынан қамы бұд ете қағыңтағыр дығылықсын аны солтатыр дәнгер. Бұйыл аңды үддірдінен қағыңтағыр дағыны әлбәк кейі қампыттен білетінер. Олады күйі күнін ораты қолтатын бігі туған алақ бұд, жанта ғылық қара. Сасланы Кентевна, жәрі бұд туған қолталағы күйі күні? Без нашей победы невозможно говорить о будущем нашего народа. Это, конечно, победа в Великой Отечественной войне дала шанс нашим народам развиваться, сохранять свою культуру, быть на этой земле живыми. Всему миру, наверное. Ну, и в да, конечно. Не только в нашем. Да, спасибо. Да, конечно, всему миру. Это был большой жертвенный подвиг наших советских солдат и наших якутян. Мы это не должны забывать. И я думаю, что с моими словами вот наши участники тоже согласятся. Терехитерем Берехарова Николаевич, болтатын беге хайддах өддюхтях, петитду хайддах. Вот он, кыйы күнін солтата бегеха барбытыгар, сүрек бетигар, бірбытыгар, өйбітігар, санабытыгар, дирингник, олорор, қара ғулақтағыны, үйірілі ақтағыны өйді бір болады. Күйі күнігер жан өрек өте қолылен құрытын тақсар, құрытын тақсан әте білген бұ кәлін әте сәлелі қамағын ден бар болы, өлбет полка ден. Бұ күннерге әте қанық барыр өл бәйтін ұрыққу
Тюрдону сылларга, Эриге хаджбит аймақтарын. Бачаңырлы умыннар бакка, маны қартыскадын тағарандар, хаманнар бу. Народ уелек югеге болан. Онна там бу. Кихи дойдутун таптырын, онна көмескүйрін тухугар буманнык үтеге бағая сана кихекай. Патриотическая сана етелдер. Она не коленеттен колен абаран. Она коленеттен колен абаран хекта. Олигинеты крада олар, халаты, хамаллар, иллылардан. Бары эргеда, эргеда олен бу. Хани гуру, оню гурду бол бакка, дингнахтык, иссурахтаратын илланаларды. Пантелеймон Тунович, туда эб яқка хэби? Беги шерикенеттен тута төр әбет үтчаттар. Енелер бет ағалар бұт, аймақтар бұт, шери өркендерін. Белорестегі утары, өліні, утары тұрбыт жон серге. Олары барларын илек өрбіт жонмыт, онына кендер кәпсәнлерін де істейіп біт. Бұ қайдақта құрдық, бейгі норопыт бар, жолан сақан норопыт бар. Тоқты жақая ағал бұт сери боларын біле біт. Олығын болағына қолуыр, мен бұ историк боламын. Төхеді атын теманнан жарығырдар бұн, бұл сәрі тематын үтчаттарға, үйінер көленіға терді сатығын, олығын саңа чақшылары артыптаттан болан көрдіған сәрі тематыға сұрылығы литературыны үшін чиен, деп оны кәпсе бейін. Анық. Еті көрдік историяны тұқұрыту үтчаққа терді бәт, өреппәт болу тұққа тердерін бейі бары көрен біле оныр Бүгінгі бұйыны майгыны кетті қол бұл етер болы қантын. Россияны әр елі қатан Европа әрей бағаны көрін кәлі де қөп. Бұғылар тұқары де? Түгінчағы сүйіс оны кеғі лақан Наполеоны мен Европаны бартын қолуен әр елін кәлін қоттарын төнді бітті. Түрдің бір сыллақы әметі сүйіс тауған дивизияны кетілер қолуен. Тұғы бар Европа мұқтар Антон, бүгін болан әтті, көміс миллиардтен аттанар Европа нұруыттыра әме бұқалары. Әті көрдірілер де, бүйін ұтары сансыны, білдер бұл ұтары кейселері омықтар. Әті әме бұқалары Европа омықтар атын, әйіл әспәттер дағаны сен бір туара құған бағай. Дейін оңар олар олар. Құған дейін оңар олар олар. Атын білеген күрдік бүгінгі кәпсе тебет қолыбыра солтата ұлақан дейін мен бәлетеметі. Онына әйеге санатты ғаңа чақчылары ариян историк та бұғытынан, ғұрналыз да бұғытынан, науқағы өлеліға ғыджар дөжен бұғытынан ариегіт қолыбыра бұ кәлер көлінайт Саңа чақчылары жа әріп бұққын. Сыппараны көрдері өрі меқі көпсәйір олар оның бағалысты жәрі істеққа. Саңа чақчылары бағалысты. Слайды қол бұққа. Сасланы кенчевіна историк бұғытынан слайдтақ жәрі. Спасибо. Ну, мы вообще сейчас какая ситуация, да? Московские историки и Санкт-Петербургские историки, Тамбовские историки, они сейчас не согласны с этой цифрой 27 миллионов человек на самом деле. Да? Mm-hmm. Подсчет идет. Mm-hmm. Он, до сих пор. До сих пор. Mm-hmm. Он не окончательный на самом деле. Я об этом хочу сказать. Да? Это идет большая работа сейчас по всей стране. Есть, вы сами знаете, в каждом регионе нашей страны публикации книги «Память». Да? И по этим книгам памяти каждый регион он сориентировался, что цифры не совпадают с общей статистикой. Mm. Да, и, ну, куда деть эти фамилии, имена, отчества? Это тендактёнер Боллахтарди, да? Никто их выбрасывать не собирается. Поэтому сейчас вот часть историков, она будирует вопрос о том, что на самом деле это гораздо больше цифра, и, скорее всего, от 28 миллионов до 33 будет. Mm-hmm. Да. Поэтому мы с вами тоже, как регион, да, Якутия, должны ориентироваться на то, чтобы работать все слаженно, да, пока у нас есть воспоминания в каждой семье, да, и каждый солдат, он может быть записан в книге «Память».
следить за, так сказать, периодикой, да, за событиями, которые происходили в то время, да, и очень, я полагаюсь, и все мы, ученый мир, да, полагаемся на то, что благодаря вашей помощи, краеведческой работе, неутомимой, да, таким неравнодушным людям, да, благодаря им мы сможем приблизиться к реальной цифре. Но сейчас, в данный момент, на 2022 год, так сказать, на весну, да, вот есть такие цифры. Прямые потери мы видим, что составляют по Якутии 13,6% населения. Это республика Улахан-Судак. Да, и это еще без учета выехавших за пределы республики гражданских людей, так сказать, миграции. То есть люди уезжали на соединение к своим семьям, на большую землю, да, те, кто... Пожалуйста, вот вернитесь, да, к первому слайду. И вот, то есть это 13,6% населения, оно еще минимум получается, да, тогда, как мы видим по СССР, от 12 до 13,5 пока так. Косвенные потери, они вот, их нужно еще считать. Если мы, ну, я здесь написала, что более 23 тысяч человек, потому что эта цифра является вот... отвечает за снижение рождаемости в годы войны. По эху войны мы с вами еще поговорим, да, здесь нужны тоже расчеты, так называемые внуки войны, да, когда их мало, правнуки войны, когда их тоже очень мало, да, это будут у нас данные по переписям населения. Но это дальше будет. Слайды, спасибо. Демографическая яма, один манек таксан кретура работает. А, да, да. Истигил было-было. Он не дон трёх на гаяне. Люлатор, он политика гатухана на дябу, обгухахан бағайу болла дилер, а в самом деле бу серии туга манек. Хем бир салғанан барат да білген даған. Серии оқсута. Серии оқсута. Демографияға. Да, есть такие по переписям населения, такие возрастно-половые пирамиды, да? Статистики их обычно после переписи обычно их обрабатывают все данные и делают вот пирамиды. Он тюсилит тоз дэхэтэй. Это по Якутии. Это вот в проценте к численности населения республик, да, почти 15%, 14,9% это от численности населения, да, были мобилизованы люди. Мы видим по Украинской ССР, но это данные 2001 года. Есть такая, значит, большая монография, разработанная историками Института российской истории РАН. И вот, ориентируясь на эти цифры, мы можем сопоставить. Но это вот сейчас, да, работа пока идет, но тем не менее мы видим приблизительные проценты. Значит, республики Средней Азии, республики Закавказья дают 17%. Мобилизованных от численности этих республик, да, Белорусская ССР 12%, Украинская ССР 12,5%, чуть меньше нашей, да, цифры. Почему? Потому что на Украина и Беларусь, они были оккупированы, да? Поэтому, соответственно, цифры чуть меньше. Вот эти от регионов давар, того биги регион мы тут там того улахан сыпаралы, того бахкие номер быттари. Так, пожалуйста, мне вернитесь, пожалуйста, да. Ну, почему такая большая цифра, да, почти 15%? Ну, потому что даже можно сказать о доверии, да, к нашему населению. Кстати говоря, вот не каждый народ может, так сказать, быть мобилизован на фронт. Считалось, что не все народы могут быть даже лояльны к власти.
То есть вот такие вот сведения сейчас и есть в новых статьях, например, у безугольного, да, кандидата исторических наук. Поэтому вот довольно интересные факты раскрываются, да. Якутам верили. Маннек. Сери хагнанатын кетери уяктак. Резидиум үтүгүсе бирин уяга таккар. Бүтүн мобилизация. Онно боллагына хака керек идет. Хака керек идет. Биги боллагына Забайкальска байны укурка кирет. Тынча тогу сүйбе хибе бирларга Ленин уягынан декретинен сахахире Забайкальской военный округ кирели. Вот. Где был Забайкальской военный округ был на кадах призывка мобилизация джагалгатары. Сибирьге, Дальнего Востока, Ухукилинге, он на Забайкалия был на призывы ахагастык мобилизация на ахагастык итылбат. Того. То где так бы я понял, а ты вот как? Он у которого бегил пак нейтралитет, это. Вот, он иска мобилизация, где тарбан лак потена, будь он пандарин был лак на то, кто был лак, тарбанак был лак, будь он на то, кто был то, он. Или херган был. И кис полон халан. Он и кис тел. Бу, бу во пороху был лак на бит дистори дергарели. Когда бу джахал кет бите. Того бу манник батчаки не серига гытыктахтар иди. Бу битте ки бит бет. Канник бричиненнен туа коло уран. Олре биги бары тахсыбыттара народ барата тахсыбыта РСФСР ачтагы жон бары тахсыбыттара ден ханны хиджи пут колубра биги бир хамыт улхан болан тахсыб. Чеп Ити, когда серия хвалена тенгетаре, манага баянкамака, она руюнна баянкаматаригар, багатунан барачилар, хайвлунья, бирачилар, баллар это, эльбахтар это. Киндер болла она бастан токудуллар это. Бу серига баран биеги бевит клапутун киллерен. Дойдуга берен нилак болу. Дойдуга берен нилак болу. Өстеғы түргеннік үлттігін нияқпыт бе. Онлук. Онан боллагына колобур тыгынчы 904-дөн 1 жылда акы боллагына бу мобилизация атып жагыйга болот. Онна кайдак барар. Биги жондор бу боллагына социалистик жеске курукта хи курдук. Бу ыллы оруйон 600 кийни ыпыт, би 700 кийни ыпыт тахпыт. Элбек, бул вакта апты. Этинник. Он один не тох органдар на кабардык тутулара бар во биге корне ориоматугар хеп. Конуга хаджандар да. Конуга хаджандар иланнар кергеттерин да кетте брахайдар нар бакка. Тутан иланнар күстреден иланнар кайталан бараннар сериге бу диендер коракатиллерлер эбет. Билин эти тохка солонга мен сүйсекке хастак тайым алар ди. Эди Фронга, бля, херига, ингрелла, бля, 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 в общем, горное дело, это день, бо дезертир девять тренинг, не это день труда улаханчила на все тох, это Афанасий Осипов, а когда они он на тебе спит, бо бульмю это им было мунь муттар, он на якуская кирен херилян лар белем не миттерин ухудиен. Бетем на это не интересно, бай кепсетилер он на дело латах сажать. А что он лохтах был остан тут? Он кюкетилер, он кюкетилер, ман на он как бы долларом был лагана бле эмье. Была на то лорухтар на да хепте. Барда была. Социалистическая кем барда была. Серийга была на нынтан. Бруйдава была на нынтан. Он ну.
Ольги была на колору был горный га. Среди там кого-то найдем на канавара бал. Блин давалар, блин давал. Он был на джабуджонную барларун, хомуян тутанулан, са уху тутан был маннаки. Горный гоннук, и ты тоха, бив среди ветеряна тоха хаджан. Блин, не твесвит. Эми каркаванга, он на пени мюнде день, и ты улхан были фау-2 ракета на Лондон и тылыр арыга. Он на эти были летчик девятаеп, ол девятаеп туар концлагеры идут. Он на ол тухна хули бута, ол девятаеп так кайдак куревитер тухна. Ол тухна ну все кем-то бить беде. Эти гурдук санатта ханга чаксылар тахсани хеллер. Ди холор сасланы кинчев. Эти цифраларгын салгы көрер болақ паслайды бахасты холбоққа. Онна тылгы ме әлбәк кеге сорумас олдамыд. Олақтан бұсты бүттен. Эти түресу тоқ бұғалағы. Бересен көрі жүрдім бүгінен көрдік. Так вот, здесь мы продолжение видим, да? По республикам Таджикская ССР, Чечено-Ингушская АССР. Но вот, нужно сказать, что по Чечено-Ингушской АССР и по Кабардино-Балкарской АССР там не надо сравнивать с Якутией. Почему? Потому как это были депортированные народы, и часть из них была признана коллаборационистами. Да? Поэтому сравнивать вот эти вот, так сказать, республики с Якутией, конечно, не стоит. Да? Это будет некорректное тогда, получается, сравнение. Потом не в каждой республике у нас есть специалисты-демографы, которые занимаются этой проблемой. Поэтому довольно сложно было найти, так сказать, статьи, да, вот, остепененных людей, которые бы могли корректно судить об этих цифрах. Опять же, есть такой момент. Вот здесь вот мы видим архивный документ, но он 90-х годов, так сказать, да, это моя копия, когда я вот писала кандидатскую диссертацию еще, да, сделала. Но здесь мы видим, что эти данные, они сопоставимы уже с опубликованными Петровым Дмитрием Дмитриевичем данными, да, мы видим источники, где это можно найти. Вы каждый из вас, краевед, можете вот найти это в филиале Национального архива, который расположен на площади Ленина у нас, в здании Комдракмеда. И мы, значит, здесь вычисляем, да. И вот здесь вот красным я выделила, что, да, вот как можно посчитать число мобилизованных, да. Еще эти косики ступят, конечно, да. Это Белинявин. Он был, вот там вот написано, да, по... Они назывались южными районами. Это центральные районы и группа вилюйских районов. Есть численность на 39-й год и число мобилизованных. Там написано было 47 тысяч. Если мы посчитаем, да, вот так вот по численности, то выходит это как раз 16%, да, было мобилизовано с южных районов. А с промышленных вроде бы маленькая цифра, 14 тысяч там написано, да. Но мы, если посчитаем на число, которых там проживает, то это будет 21,5%. То есть с промышленных районов, ну, может быть, это больше было там мужчин, действительно, да. И с них больше взяли, чем с центральных и группы вилюйских. Так получается? Алатай промышленный район Нартан, альбак кивыр биттен. Вот он, да, он на Курдугде, Болан Тахсар. Он был, вот, ну, пожалуйста, сами посчитайте, посмотрите, да, как получается. Получается вот приблизительно так, да. Конечно, эти цифры, как мы здесь Пантелеймонович сказал о том, что, ну, вот в беседе, да, о том, что по Сунтарскому улусу было мобилизовано, может быть, больше, да, людей, нежели чем, как, там, как, чем цифра там, да, написана. Поэтому здесь нужно работать пофамильно. 700 человек потеряно, допустим, по Сунтарскому улусу, так говорят. Да? Там написана цифра 2100. Эти тылгы битеретал, да? Нет, это мобилизовано было. А, мобилизованный, да? Ага. Да, и поэтому цифра вон там конечная, да, в итоге 62 343, там, да, на 1 января 45 года, она может быть больше, так получается, если мы будем все краеведы работать по каждому улусу, да, и, конечно, это было бы бесценно.
Вот, значит, ну это вместе с трудовым фронтом. Получается 62 343 человека. А потом же здесь это на 1 января же я говорила 45 года. А в 45 году она в 45 году летняя кампания была. В 45 году было призвано вот по нашему трехтомнику истории Якутии, да, да, там фигурирует цифра более 4600 человек в летнюю кампанию 45-го, а большинство из которых ушло на войну с Японией в августе-сентябре 45-го года. Поэтому сколько на самом деле было мобилизовано да, на боевой фронт, это, конечно, большая задача. Владимир Николаевич, я тех холовура Москва, Москва не снайпер, дыхом сагнарен терилерен тухунан. Мне не туго этих помаран. Бихека манныка идовил бар хакалар, юрега хуактаретлер, нючелы вильбеттерлер, бараннар бульджахлыгара бол буттраден. Онтан чакчылар көрдерлерінен олоқтаған онлық бол батаға біттен. Мне тенне туок манныка, икке манныка этарикна. Снайпердар камсагандарын хакалар трибиттереден 412 лака известия кага Кабилявская денки сурубидете бу хакалар тиендер бу жону интерьер гептерден. Эти туакалорун хури. Ай эти туакалорун хурилар иден. Бу чабихи туакалорул илека хеп. Эти бүлүттен горнайтан кангаластан усалдантан агыс сүз кихи сүз анус стрелковой дивизия тиендер хеп. Эти ото дүйс армия. Хеп, это олонью он без книгати, его это книгати ельдер. Хеп, он тон, а вот сходом баран, ким горный Ковров Степан Денькини поска турралах. Хеп, он у поск бинтипка лягаре. Ол турдага на была на снайперская была просто бинтипка. Ол турдана тюн бир звот, а тут немец атакалан хер был тарди. Он у турам бат биги копатах. Саспыды чуедик, он на бесте этан без иники хер жанру сулларын кеспитсеп неместер биле согоят тактикты начо этот тапы биле салондар аркына жанру сразу ыгыллана калга тебуттар аны кени позициятын улар та хаджан биле камсавы кени батын тете тылып иннекна ман биле тох аңардарын өлөрттебет аңардарын котан албыттар хеп анын болана тох баллары отчолорго тох тен өйдө бил бар бу сери моторда серийлер эден бат улакка механизированный туактар бле соединение колбоктар танковый манны кети армиялар деген оксуар кеп бле херийлер эден аттанар кеме боллады оттон биендер сакалат дене бле индивидуализм дие кабылады бэлер туспага дендер серийлерге онну үйрөнмөттөр ону болана ол ите интак ите сүйүс ону стрелковый дивизия тибит хакалар боллагана ити тынчы тау сестердон эки кыл ыымыйгар снайперда слеттарын тербиттер но ол ити билдер снайпердар бу букавары ким Миронов Гуляев ити Гонатын Прохоров ити Ковров деген букавары итинде жүбүттеребит ону болана ти фронга тиектериттен ыымыйгардылы ти үст ити үст ийгер боллади онно бар сүйбе эки снайпер 739 немеге ытанылар бит. Оны болар отчыларга биле немес автоматтак ите биле ким гитлер эрбитеден ите пулеметтактар хеп да. Букаларын ыртып куттана жаллар хеп. Танкалар кирелер. Ол кемге бу бинтепкенден немеге өлөрөк көбөйтөн өйдө билү киллерелер. Оны ол Белявский деңке изде. Эти хакалар тогу эти снайпер деңге ордук барса күлүктөр. Аны ол этебинде кинлер бо биле бэлере айылгалары айылгаларынан барандар бултан кере бар болуктар ди. Аны этинде бир нитрене батык бар. Немес генералы ким Гюнтер Блюменстрит деңке Блюменстрит деңке хурый бут хеп. Бу согрут этоктан сибиттен келбит серихиттер төрдөн эти 14 лаха мехрилес билебит. Оны кине бу согуру жандар да бар, улук тулурдактар, оны улак атын жандар
азиаттардан артырыбет, онтан нюхчилыгындар бағлар болақтар, олқынан бар. Олақ атындық сәрейлі әр жандар. Оны бігі генералар бұп олағаны Францияны, Ангелені күтті 14 сылы ақа әрелес біттірі, оның толқыда қыләдінлер бұ сұйға оңыраннар Москваның бар құртап бұттыры ден. Еті, кеме Мироновы лабыт, Гуляевы лабыт, еті наградын Барахатаннар, тохоятаннар, кихибеган өлөрөннөр. Уан бир хериге уан бестени сүрбелинин өлөртүлдүрөт. Белдетер аны ал кинер сакалар ондук үчөдүк чериллерин өйдөннөр нүчөлөр бирити ал эти сүйсөнөс дивизия болгана ким бир старшина победоносцев тен ки хакалары курутун хурьере бу. Үчөдүк чериллерин иннилдин. Ал кихибеган көгөлөн тох Бусков, те не те нюрбаеме, шуе снайпер, осунды херилес пеккие барит. Ол кие комсор, нючелы билеребет, ол кинене маннык терияччы оңоран, сақалы маннык туа, маннык истена кахытын, иен, оңоран... Боевой листок. Ага, боевой листок курдук, оңораннар иненнэннэр олог, бо, наха туақтавыт тэрэвит, бо, сақалары серийге, олог атын өйді бөлікілдер әллерден, бінтепкені итағатар кіна. Ти Владимир Николаевич снайперская комсаганы сақалар терісі біттерін, онын нақайда кыргыз біттерін, қорсунлық кыргыз біттерін, серилес біттерін кәпсәті. Ол гынан бара, маннығы бі бәлет яқынады. Тығынша 904-4 ұллаға, 90-нюға, правда қағыт сұруер. Түхі ому кейтен, түхі национальнас, метәрінің орданының нағаратылды. Ол кәмге болдағына сақалар, Барығы от 200 кейі орденінің мәтәлінің ағырағын. Оттан бұры әттір, түгіншеттен таққа кейі. Тұғы отчығы елі? Тұғы. Бұл сәрі кемігер түхілі әлбәк снайпер әпті. Үстіғы өлірді әйтін номақағына менің бары қайды. Бұл нәй болды? Отчыларға туғыра мандық күвота бар үй. Оны ол туғысқағынан білбәппет. Икі қолыбыр барды, мен бір қолыбыр әтем. Москваныңғар икі түгінші 300 пиентан тақа кейі өлбіттен әп. Олардан ба білі Москва үйін мәтәл, Москваның көміз кәйін үйін мәтәлі 300 бе иккері кейі қа. Нағар адаламыттар. Оның болады кем, Московская битва хроника фактах и событиях тен кенеге бар. 500-тен тақа страниц вағдақ қабы, дүкі түгінші төсіл Бір болан кем, ұсалдан кейді Башкаровтен минометчик. Фронға болағана 304-дон ақсыз дивизия болағана ақсыны 6 күнігі әттейер. Онтан Рогачева ден қораққа атақылан керелдер. Онна ол кем Башкаров минометінан бергеннің ұтығылан түйет пулеметі әлдетар, оны сүй-сүйбе немелдер. Оны болғаны да, әті кеметей Маршал Люлішенка бәйтін кені әтігер құрыйер. Әпті бұ, хаққа кейті Башкарев батша кені өдір бүтеден. Аны тұран ба, бұ Люлішенка ба, бұ кейіні болғаны әрі бүтерділі, мәнің әті протодиаканамы Чуйков, мәнің Түрдөңі сұлла қалбы бұл Башкарев. Оқына ма айты, Москваның ұрың орбыт, құрсын бұғытын ең бір даны меметәлі әме ұлбатақ. Айта бетінде, күвота дейін ұлбақтық. Құттығы ұлбақ. Оның күвота ұлбақ. Тоғы дейтаққа қанны қамандыр ол переставленетіна. Кені бұғатчы біркәстер қалайар, жағайар қамандыра ол наградын Кені бұғатчы командыры толырған. Оннық. Қолыбыр ән армияға жүйті бар білелдер. Өскі қолыбыр ән командырыңын үмсе болдақына, кеніттен көңілетен барыңын үлдікі туаққа. Әсі бір маңыз, түрдіңді сұллаққа те неместер мүртвай ғалава ден СССР-ская танковай дивизиялар барды. Оны Қарковқа болады кем... Қарковқа оларға тәрілігі болбыт. Оның әті бір сақа оғылады, амма кейді. О Қарков Григорий ден кейді.
Херилените, хогота хорошо, он танка, на ики Фердинанды, хепта, он хастан эти бронетранспортеры, сюстан така не мега өлөрөлөр. Окуна ма бары өлөн калалар. Хеп. Ол өлбүттөрүн кенинтен бул те куют костан таардыктар эди. Билен биленлер, онна болгон бир Степан Кошурко деген коду эту журналист барын расследуйдан буманды ки жакчы герой эбиттен таарар. Окуна баран ону бигер кетер бир даана командир суук болон эмне кини токтаганы то хотя себя кахала, он маршал коня полана именинир, бу хакан рота бу Григорий окоракованан кен тут тохтах ден. А чё хас бидилеры не как-то тлых потом надо было было. Он как-то тлых было мне хаянда надо. Короче, со слан кентина, чё холовра сих паралар кер тюнден коллекка, холовра жо куске, эй на гуллагана промышленный район нар тига эльбакки херига бар бить чекурдук было ди, он тон бу биги кину лустар бит, сахал лустар один аттир лустар бит, тен хим бир эльбакки хебар бит, тен дуе бетер тенден курдака гаяхту. Атан билигин тенден кадда кабалдар кайдара гаяк курдук. Олда болдар бу Пантелеймон Пантелеймонович асбака бу 700 человек мы больше, да, больше на 700 человек мобилизовано было. А поэтому эти цифры они нуждаются в корректировке, видимо. Люди сверить их надо. Ага, сверить их надо. Олда Боллар Билигин конкретно по одному документу, если посмотреть, и по данным Петрова Дмитрия Дмитриевича, да, то получается, что по южным, по нашим центральным и группе Вилюйских меньше ушло, нежели чем с промышленных. Так получается почему-то, да? И вопрос тоже. Доктор, кепсети вид, он на своих параллельных барта, Петров Дмитрий Дмитриевич, кени суруй бут влелерегар, улогу рабыт, он да кени агатерен авит, кени том ухун кемнерге эти, серитан талуану эркер гэспыттар тустарынан бир улхан кени гэляк, он бу серийне серийге тылга көйүнү уханцыбыт жоннорго эме бир кенигелер икки улакан жоннор кениге бар тылга же аны тылга уна хериге иккенлерге анан бу Петров Дмитрий Дмитриевич биге өтбөт сүппет бирин группуту өтбөт сүппет кылат так дене табин того того колор буряттар боллагана Тогда кибер бутон серии кибер бутон чулкай бит беттер. Хепте. А то бы никому. Бега колган шу бетун чеки хидиле. Хепте. Дагестаннер боллане. Эмье. Шу сахун тун чеки кибер бутаде. Он то тахун тун чета уйд биду. Эбион биан бригена. Ола то тахун тун чеки уйд. Ола тахас серию артерки ухтин. А Дагестаннер боллане ахсаннер тохни миллионтан такса. Дихе. Вот. Он был на Бригане, на Антардаке, Химбирке, на Кераболе. А на Джукускай, который пантелеймон, Джукускай, там был брат Хельбаки, был бы. Джукускай был на эти солдаты, и мадый день Асен Сергеевич, на Корака, Корак, Дягута Термиали, на Улрон, Делян, и ты бетехай комплекс тут тогда. Солдаты, и мадый. Солдаты, и мадый день Антанер. Мада халата, и ты не был на Баянкама, там был Лувуд, документар испектерден, онан эти стилларга барда толорулунда. Олганман ситета хуга бит. Тоо. Линдане булулла турулла. А тоо колор мен абагам, мантан атырдага 100 күн өтүнчү 94-дөн бир жылга кайрыга бар бута. Аха. Ол кини хуг. А кини тастыңы боя Попов Григорий Петрович. Кинюки таби герига бар бута. Она каркабанер Шевченковской орионна камилята. А ты тинник, олори кирбетов жона хайда каналлар ит жона. Оно жон ханда бисин жон. Оно бирга а то уфтайнан итне камыя барабит. Так, ока мы я улелир жондорго бу ити испиха кекиллер бетак жондор олор кинлерге тиен бейлерин документтарын
Эбэхэт нэ то гумонларын көрдөрөн кая нэгин ааттарын хуулларын уян бидде отчоонэрэ. Мини мен унук турсан мен уну токтабытым оттон мияха коммунаспиттере билдет тулар. Себанды билигин итим тэ дагынтын олорун кепсеттер бит часпыт хен рата дир тылгы токту касасан кенте уны тисы парагар тылгы мел бакки хөл биткен холубра чакчы көрдөрөр эбитки багалыста тыл тухунан тарыхтар багалыста. Онна сасан кенте уны бирэмэ кылганын маны бартын болбакка самы сүрүндөрө деп биткен кепсет. Хорошо. Дере. Багалыста. Так, умерла в Якутии от голодной смерти. Считаем как? Хоргену люди, нельба. Ага, хоргену лю. И получается в 1937-1938 году, в более благополучное время, да, каждый год умирало по 8 тысяч человек. Если мы наложим на, значит, все года, да, то мы видим, что в 1939 году, тогда, когда началась уже засуха и неурожай, то превышение получилось на 918 человек. То есть умерло 8918 человек. Да? В 40-м году умерло уже 12118 человек. Да? И вот так вот, если посчитать, то получается, что самый тяжелый период войны, 41 по 43 годы, умерло всего 26,5 тысяч человек. Это такие вот показатели, которые... Ну, которым можно верить, я думаю, да, потому как никто не регистрировал тогда смерть от голода, это понятно. Только врачи могли такие справки оформлять. В каждом улусе и в каждом наследии таких не было врачей просто, даже физически. А фельдшера на это, значит, они права не имели такие справки давать. Конечно, и врачи никто не писал. А что бы били в этом... Биллеринден работать один было влади. Биллеринден имеет. Это вот как бы баланс, да, систем, все, по методике вот, так сказать, баланса мы можем вот только так сказать, да, иначе. А как еще можно вычислить? Никак не невозможно. Так, вот здесь вот смертность и рождаемость мы видим с 2000 по 2019 годы. Нужно здесь иметь в виду, что смертность, вот запомните, пожалуйста, 7,8, да, промилле. Это вот такая вот есть в демографии показатель, который говорит о плотности смертности, что ли, да, на тысячу человек. То есть, вот, допустим, если в одном поселке проживает 1000 человек, в другом поселке 100 человек, но у них в этом году умерло по 10 человек и там, и там. Где будет смертность высокой? Там, где 100 человек проживает, а не там, где 1000, например, да? Поэтому вот эта вот промилле такая существует, да, показатель, по которому мы с вами можем сравнить с временем вот войны, да? Дальше можно будет, пожалуйста. Салгы Витехара, пожалуйста. Витехара, пожалуйста. В 2015-м? В 5-м. Вот. Общий коэффициент смертности в республике, вот. В 2005 году. В 2005 году. Ну, в общем-то, здесь различные могут быть, да, причины. Могут быть, это связано, опять же, с пирамидами, возрастными половыми пирамидами, тогда, когда это население Эльбян Тахастана, Холобур, да, Чадо, Эмми, Болонсеп, Оннук, например. Сейчас алгывари, хараслай, дивагалста. Вот здесь вот мы видим самые пострадавшие районы, да? Мы видим, что самые здесь пострадавшие – это Сунтарский район, например. Промилле вот составляет 90. Это значит, у нас сейчас 7,8, например, в 2019 году было, да? 7,8 показатель. Разделите на 90. Это будет даже больше 11, да? В 11 раз больше смертность. Вот те, которые, значит, показаны вам синим, да? Это районы, в которых смертность была больше современной в 8-10 раз. Дальше, пожалуйста.
Так, по, значит, следующей таблице мы здесь можем выделить Чурапчинский улус, смещение барбатабит. А по Чурапчинскому улусу 90,5. Это вот, 597 – это абсолютное значение, да, сколько людей умерло. А вот 95 – это вот нам говорит больше, да, больше, как вот в Сунтарском улусе 90, например, промилле. То есть больше, чем в 11 раз, почти в 12 раз получается больше. А, но это, конечно, по большей части это влияние голода, голодной смерти и заболеваемости туберкулезом, прежде всего, массовым. Дальше, пожалуйста. Так, и здесь вот мы видим, значит, тампонский. 82,5, да, промилле есть такая тоже очень высокая, которая приближается к 90, да. Вот такие вот районы можно выделить как самые пострадавшие, но тем не менее все пострадали. Вообще это был массовый голод везде. Здесь мы видим вот как можно... Да, это вот по Сибири, Уралу, РСФСР и Якутии. Если мы возьмем эти промилле, суммируем и разделим на, значит, сумму с Уралом, сумму с Сибирью, да, это будет в два раза выше у нас в Якутии. Без правотим берулаха. Да, по РСФСР в 1,8 раза, по неполным данным. В Бурятии тоже более чем в два раза была смертность выше у нас. Эти биги курамыт тымны бытын нёхсару булуда. Это не то, где я канада во влади. Это сокуру орионнарга. Кортопуй дактар, оротаха юнер, эбинеллер, бар. Он там обихека был, он нукпут сух. Сайнара риухон игин был. Ага. Он был на очаларга был, манна таким были обкомга олар бут эми тастан кели, джаннар салай олар олар. Олар ханыларына там тыгалар айдынар кортоп үйүнөрлер кинерге туура ол сүбөкүлө үйүнөр борку үйүнөр аны сенере менен алар олар ден толкуйдур болаттар деп хепти ол кынан итинни кынаннар олок таганы биле сүйүү үйтүн этин барытын тутаналалар хеп ити ким Винокуров туруссан көңүллөр дери бел аха бел детер кимете ити сүйгөй дебеттер ти Күйөгі үтін иелерін бобалылар әбедеті, кесті барды. Үмдан ден, да? Да. Бігеға бәлі өкәді. А, бәлі нөқті. Бәлі нөқті. Бәлі нөқті. Қары үтінде. Да. Ол ең болантын кімінті ең мақ көпселілер әті. Ол көңілден бетін кәне 400-100 сыл кәнеттен ол сайлыққа баранлар ол сүгенлер тұмтайынан ағаланлар оны ол елері қағыланыңынан. Онан ағанларынтын жонлардың ақалықтары. 400-100 сыл ақырылы асылық соқ. Bukanlah oktan. Oleh itu cerdik ni kita juga keluar sih perulat tentang sebab. Oh, jahat dah, jahat ini ulang perulat. Я здесь соглашусь с Владимиром Николаевичем, потому как, извините, вот по стране, да, никто на трудодни оплату не получал. Вообще везде было одно положение, да, и одно отношение к колхозному крестьянству. Колхозное крестьянство, оно должно было, значит, пропитание само, да, добывать на своих личных подсобных хозяйствах. А у нас личные подсобные хозяйства – это что? Это, конечно, не картошка, это, конечно, не огурцы и не помидоры. Это даже, ну, даже сейчас, в современное время, да, это трудно вырастить, да, какие-то овощи в своем огороде, да, какую-то картошку. Да, да, и вся страна жила на картошке. А какая картошка у нас? Нет, конечно. Поэтому вот... Эти не было на манник. Эти тёхи манна хакаи кургёнё бутеди. Был би яка бид да снаряд, бид буджет успет, эстибет, кем ига хэпте. Тёхи бэк хэпте. Ну было на бу ким сасланы на кентимна данна дэрэву лоуранда, онна стат управления материалларын кинчэ Марьяна Эдуардовна Грязнухина манныкен кини хурьер. Барыта алтон бес тынча 200 бихан алта кихет бит. Эти республика дынан да? Ага. Онтан 36 тынча агы сүйс отуп бес кихи эр кихи.
Эти тылга да? Хюльба агыстыгынчам, төсі сүрбе бір кеге жақтар. Ке. Бұл өссе қоргөнілігі әркеге дәл бәқ. Аны тұран болағына 1939 жылдағы перепіс бұл ақтаның күрдіққа 10 ағыс бір жаны қоргөнел бүйт. Әпті. Өссе ол хериге бар бұттарын ең барытын ақты баққа тұран әпті. Өсі ол ұлымдық қаяттыққа бапша үйбеттін таққа бұрген кейін қорген өйбейді бұл. Бұл еден. Бұл маңы көрі біле істәйі жүбі тәпті. Оның біле етікені үйіппіт бұл партия қомын бастықа хекерттәрі Иона Лукиш Степаненко деген. Маңына болағына кені опқонға бары оға бейліккері кейі ақа. Оның ағата барды келі жоннар. Бұл жоннар дұғы қағайсығытын білбеттер. Қанына қайдақ туық үйінерін үліпә қалла антан ұлан сұйып баралары ору үйінлерге түйерелі. Әпті бұ. Батша туы үйті тұттарын барғын ұқта ақытты. Батша келі әйті тұттары бұттен. Оннық. Әпті. Аны тұран туыққа бұлі қолқостарға тұттар бұт сүйелерден бейлер кетті қағысты баға сүйелі ақтар болады. Сүйіз бүйін түйінші сүйі ақсаны бары бі, түрдің бір ұллаққа. Оңтан түрдің үс ұллаққа болағына бары оға түрдің ағыс түйіншері қалып. Оны түрлі қи әпті, бұл бейтін сүйітін сиеті, бейтін сылғытын сиеті. Дек қайығы бар бұта болу, барлан қайығы тұтан ұтан. Бірсілдәтілер күтірі, бұл еті ағылығынан Оны те Ильяй Гору Ишболдағына біні құрап, кімеқі РСПСР сонды қоңын бірсі дәтен сұл бияқшы сұғапқа сұрғы ұты құрген. Бұл маңнық делі маңнық болады. Ол ұнырағы болан кейін комитетке түйірі, партия кейін комитетті маңына репінден кейкелер, оны осы ұрақта қар, Степаненканы ұраталар, жауыл түрдіңі сұл кәнеттен жағы Намның болан, бәліетіка ол ориен, Джон Сәрге ары үйәтіңі. Үнші 94 тұллаға жәбі бәліетіка ол ориен, аны үйіқтары тәлейелілер. Оның Джон хана ата үргеті көті өлілер болды қая. Бұл 6-15 тұхыншы кейі өлір. Елі әмі ғатта. Иті үйіққа бір маңның интересіне түген бар. Түрдің төт сұллаққа жон нағаты Пантелеймон, Пантелеймон сәпінің көлік наға сүргеті түген сүрет остан хүджарын көрін баран үйті кем маңна үйі секретарінің үлелевіт кем әтей дұғар. Поп-поп-ты? Поп-поп болатақ. Бәлкім әтей. Андрей Иванович? Андрей Иванович, Захаров. Ол кені болана күннік ұрастырауы отчаларға ұғық бабылақ. Кеген бұл күйімге немерге ұлықаны сатия ұрыптар. Бұл ұғық солтатын тілінлері еңін туғынан дейін. Ол тақсырытын кәрден жәбілі туаққа онына ұлыстарға туақ түйертелілер. Бұл ұғығы үйтін, жанарғыдың ағатың сүргелерін көтіғын дейін. Онына болана Мен ол отчеттарын ең көретті әуетім әп. Туақ бардарын мұнянлар. Онына біле астарын баратын, туақ бар үші әйдерім ұрыққу. Аны тұрын ол Андрей Иванович Хури бұтынан сөкпілі де бұл туаққа өнімен өте қағайден әп. Ары көбіті бұлыргі сақа еттері, сақа те туақ әдеті сиерге туымға тұттар маллара, саллара. Бұқа бара қанттан әрекеленлер бар болан қалдықтар. Оны бүйеге қайдақ Бұл құқынылықтағы қайдағы қалылар бұл күрден. Нұрғыт ондық тұтағы деп дәрі. Емір, үджағы деп дәрі. Сасан сөйінің әкентеріне үйтілі ғатынды Пантелеймон Пантелеймонович? Да, это, наверное, Пантелеймон Пантелеймонович, скорее всего, не в курсе, может быть, да, это вопрос к Марианне Эдуардовне. Какова методика расчета? Для меня это тоже очень интересно. Марианна Эдуардовна, был стат управления бар карточка на работу,
карточки какой. Материалы опять были. Стат управления. Но будем ждать, будем ждать тогда. Да. Ну, документы. Да. Ну вот и здесь вот, значит, в этом документе по поводу осужденных, да, мы видим цифру, что на 1 января 45 года было всего осуждено за годы войны 67 643 человека. Осужденных, тянут. Осужденных. Ты... Вы представьте себе, какая цифра. Да. Были куты якосаган бутчанлоринди вохалу бутчан. Да. Из них. Кайга барар, хериге барар, акоргюнюлер. Из них осуждено, здесь есть такая цифра, из них осуждено 5393 человека. Конечно, все население посадить невозможно было. Вот так. Ага. Но, тем не менее, это... Да. Тыл, у нас тыл был, рах, сидите, кыргызта. Он на военной болгарине киллерен. Тюрдом бежал лах, Степани Кабарельдери. Корр, Саслан Кенченичен, холубра демография, билигин даганы бу холубра кый сетцери содула билигин даганы бардин таганди. Эти сыпараны бахасты көрдері қайнера. Онна билинги кемге сыпараны. Хайда оқсулақтық барыры. Бу эхо войны демит. Эхо войны, это надо рассчитать. Сейчас, пожалуйста, колбук того. Слайды холбанга рабихит алыхпут. Ага. Бывар, да? Вот это вот, например, численность поколения, родившегося в 1941-45 годах. Мы видим, родилось, да, всего за годы войны 51 384 человека. Осталось, вот там почему-то синий, да, вот квадратик, это по переписи 59 года осталось от этого числа 52%, да, всего. Ну вот младенческая смертность, конечно, люди, ну вот младенцы рождались и умирали от голода, от истощения, от слабости, так сказать, да, врожденной. Потом не только в годы войны, но и после здоровье у них было очень подорвано. Например, моя мама, она родилась в 1941 году, и своими ножками она пошла, то есть камар болбута, да, Иссагар, например, только в три года, например. Поэтому это тоже удар по здоровью нашего поколения. Это демографическая джама, мандык худургутук бухардака, тюрдон бир, тюрдон бесыларга алтоники тыгынчаки армия аңырлан бардады. Это сүрбе отут сас, ортотнан отут бесин сас, так это бары эдер, ого төретер жаннар болықтырды. Это жаннаргун бесыл ылаңым, ылан кеяған, ол кемге болай, бұ жаннар төрет ехта, ол төребекке қалады. Бұ жама бола қалан қалар, онтан еме бес, қаз сүрбе бес теген сыл бола бола маңық қаталанан көліге көрдіге деген келеті бар. Бұ 6-12 тұғын тәкейді. Сейчас мы посмотрим, ага. Туара бар қалып. Да, есть такие данные. Дальше можно? Салғы бар қыра слайды көрдерін еқыра. Вот пирамиды 1897 года в мирное время. Мы видим, что от 0 до 100 лет есть такая шкала, есть мужчины с левой стороны, есть женщины. Их считают, и потом вот такие вот пирамиды делают, да. Мы видим, что когда мужчина на женщину накладывается вот так, бюктутамбран, да, то получается, что женщин стало меньше вот в возрасте 20 лет, да, видно, и старше. Это почему? Вот возникает такой перевес мужчин, да, потому что в 20 лет женщина начинает рожать, медицинской помощи нет, и вот смертность от родов, да, появляется у женщин, и их становится меньше. Это вот такая пирамида конца 19 века. По Российской империи мы тоже видим примерно, что это тоже, ну вот, вот такие вот, как бы сказать, возрастные аккумуляции, есть же вот такие
прямые линии. Да? Это тогда, когда люди не знали, сколько им лет, да, примерно округляли, но, ну, примерно там 50, ну, примерно 40 индивидуалов, да, поэтому на это внимание не надо обращать. Дальше, пожалуйста. Послевоенная перепись 59 года, вот мы видим уже провалы, да, в возрасте 15 лет и близлежащих возрастов. Это если 1959 год, минусуем 15 лет, это будет годы войны как раз. 1944 год, год рождения этого ребенка, 15-летнего, и близлежащих возрастов. Как мужчин, так и женщин стало меньше. Вот мы видим по СССР, такая же картина была, и по ЯССР. Дальше. В 1989 году перепись. Мы видим, уже здесь есть две, да, вот такие вот две два больших провала. Это в 45-летнем возрасте и 20-летних. А 45 лет – это те люди, которые были 15 лет сейчас. И они уже в возрасте вот 45 лет ходят. Их меньшее количество, да. И, конечно, их детей тоже меньше. Мы видим, что вот 20-летних, да, это и есть эхо войны. А дальше можно... Вот 10-й год. Вот 10-й год. Нет, это и есть вот, да? Бубитахекпита. Потому что перепись... Ну, круги становятся более меньше, наверное, так можно сказать, да, потому как у нас рождаемость высокая пока что держится, на Дальнем Востоке мы лидеры, вы знаете, да, поэтому положение чуть-чуть может быть лучше. Бле урку было гордо уванно именно Аллах Аллах транжен сети нерамбаренсяп. Да, уваннек ким. Агатан туян катарачи историк, политолог, профессор Юрий Дмитриевич Петров орнак хурюла. Кини воллагана бу серия аджакая саканоротун генапунтун аджаттади. Оннук? Оннук. Мен онны сөбілэхэбин. Тоди такавуллагана ите аңардас демографической джамалаттан ураты атын ба. Колову бу серийкен иттен түрэвит беге үтчаттар. Олус акран иринняк вергах онна здоровье вотны кебряк олин элбах кихе эрде үлен болуктан турат састыр утта хастыр кетчан калы билгин дагыны ити жаяр того бу биги культура бетер үгес битер онна бу оголор бут үтчаттар бетер хим бир ол үйірі тарғанар, қайдақ арғыға олыс күйіскеллара бұрды. Әте әреген еттен? Әте, аны ара сырыларға қоттала бұд, иммунтия пыт мәліптіқ. Кіндік? Әте, сәрі кемігер, онны түрі әбіттер, оны сәрінің әлер барыта білі кендер өлжі бұд бастыра бейеқа, هم بیر کلیونه تن کلیونه که بریله. اون تن کلوبر اینجی. اتو خانمی تا خدا. اینجی هری کنید تن. کلوبر دکستانی اله قاینگ. تنچه توصیه تیر دو نیست الله که کنید تن پریزب تختات الله بوده. نبته. پریزب کنید تن تختات الله نداره. کابکاس اون طرف رمی. اون نکه نبته. کنید لگه ولو بی براش نهیره بود. بیه نکرد دو کمر با باتره. اینجی وار بیه که. و آقای اخسان نخ نرو که هفته اولش قبول دستی هنری هریک میگه. اتون ولی نکاتی تن نبیهی چلوگر تو هری ولتی بیه خواست نخ خانه میت بریه دوول یوریدی میتونی بیشتر این کرد گنا فوند بود خلوبرا که هلیتی. گنا فوندان که هلیتی هم بیر تو اخبلاده. اتی اپیزم کرد البخ و الله بولا خنا. اتی بو جامالرگن سیمین آجوا سیترسیم برای خنسب. اتون Түрігінің аяның әр болғана, үйті жаман сен бір өсі дүрінген қағылың хенсіп болғады бар. Ол ең бірен демография дейін әтір бітсіп. Бұ түрігіні науқаны күтті жүрелен, маңны күті ағаң үйретін, ағарат болғыр, негер
То он олох бутта хамын сайын нарықтақ бұлақ бүлчем? Олох үйгүтуттан, олох бұйяңыттан хәпті. Он тот ұлықта. Өскө қылығы қанның бағары политика хәпті. Етінлік серей болдың. Арас кризистер бандынар. Сен бір хәпті. Білігін етінлік политикана әлбі оғылыны көйен бар бар. Бір ікке оғылыны. Ола ата хен бір бігі көйен Өссе әбілдер ақтан құрдықтарын әйбіз.